Всем привет! Во-первых, отвечаю на ваши вопросы. Скоро будут видосики. Я заснял очень прикольный видосик. Я начал снимать серию видео про драгоценные камни отдельно про шпинель. Там много-много будет картинок и видео. Отдельно про рубины, отдельно про сапфиры, турмалины. Прям такая, знаете, будет видеоэнциклопедия с картинками. Первая серия выйдет завтра. Ждите. Во-вторых, я хотел спросить, был ли у кого-нибудь из вас когда-нибудь сотрудник, который вам запрещал продавать товар? Вот, если кто-то заметил вчера у нас на Ютубе, да, у нас есть великолепная сотрудница, очень хорошая девушка, Яна. И она у нас менеджер. И она очень часто нам запрещает продавать товар. Как это выглядит? Она говорит, господи, этот камень такой прекрасный, пишет про него почти что стихи. То есть она очень интересно описывает, значит, камни, она их видит по-другому, по-своему. И говорит, давайте его не будем продавать, пожалуйста, давайте его оставим себе. Вот, и у нас бывает договоренность, то есть 90%, ну даже 90, наверное, 9% камней, которые мы продаем, мы их находим на заказ, и они не попадают в YouTube, в Instagram, да. Почему? Потому что, ну, человек заказал для жены, например, жена за нами следит, она увидит, сюрприза не будет. Или, например, я вам по секрету скажу, многие богатые люди вообще не хотят, чтобы кто-то знал, что у них есть какие-то камни драгоценные и где-то ими светить. Вот. Потом еще есть один момент, и бывают нехорошие люди, которые воруют фото и видео, и выставляют их у себя на ресурсе значительно дешевле. Там, допустим, если у нас этот камень стоит 50 тысяч долларов, они выставляют его же за 5. Какая у них цель? Взять педоплату и исчезнуть. Понятно, и такое часто бывает. Так вот, у нас с Яной еще бывают другие, значит, баталии. Я говорю, Яна, смотри, вот этот камень, это вот этого покупателя, его выкладывать не надо. Она говорит, господи! Все же должны его увидеть. Нет, мир должен его узнать. Вот, в чем-то она права. Бывает, что хочется похвастаться, да, бывает, что нельзя, к сожалению. Вот, поэтому вчера Яна выложила, не выдержала очередной камень, мы долго спорили, и она немного наказана. Значит, наказание у нее творческое. Я попросил 2-3 раза в неделю описывать камни, которые понравятся лично ей. Она не гемолог, она смотрит на камни именно с точки зрения вот женщины и покупателя, да? Ей часто не нравится то, что я говорю, смотри, Яна, вот это вообще супер камень. Она говорит, нет, он не такой. И бывает наоборот, что я смотрю с точки зрения как бы профессионального, этот камень, ну, чуть лучше, чуть выше обычного, да. А она говорит, нет, он восхитительный, и описывает его так, что действительно я вижу, и мне кажется, что он восхитительный. В общем, Яна 2-3 раза в неделю, когда у нее будет время, у нее очень плохо со свободным временем, будет комментировать какие-то камни, которые понравятся ей, я их не буду выбирать, и выкладывает на Ютубе, у нее такое наказание. Вот, если вам зайдет и понравится, она будет это делать на постоянной основе. Вот, не понравится, ну, она отработает тогда вот эту, значит, повидность недели 3, и я разрешу ей этим больше не заниматься. Посмотрим на ваши комментарии. Всем пока, хорошего вечера, надеюсь, вы отлично проводите выходные, не болейте, всем хорошего здоровья.